Доброе утро, гусятки, котятки, анальгетики, постанальгетики, Наргины. метаанальгетики. Просто маленькая информация для вас этим утром. Хороводы, воды, веды, фобы, фаги. Это те, кто боится тех, кто... Это те, кто не верит в тех, кто боится тех, кто изучает тех, кто водит хороводы. Такая вот информация. А еще информация о том, что там Дима, здесь вот Андрей, я ебнул камеру случайно, вот, и мы играем в игры в разные, стараемся проходить их на 100%, то есть собирать все коллектаблсы на самом высоком уровне сложности. Вот, игры мы не перепроходим для того, чтобы собрать все коллектаблсы, потому что, ну его нахуй, перепроходить игры, особенно такие классные, как Resident Evil 6. На одну игру мы перепрошли. Одну игру мы перепрошли. Вот. Ну, и резик мы проходим не на самом высоком уровне сложности. Будем честны. Будь здоров, Андрей. Спасибо, Андрей. Будем чисто. Вот. Ну что, сейчас проходим серию игр «Обитель зла». Сейчас играем в седьмую номерную, 13-ю по факту часть игры. Вот. Придя в себя, Итан обнаруживает, что он привязан к стулу, стоящему за обеденным столом странного неприятного семейства. Ему удается сбежать, но он все еще в опасности. Неприятного семейства, Андрей. Семейство, конечно, неприятное. Ногу мне отрубило, руку мне отрубило. Такая себе семейка. Я бы сказал, пренеприятное. Вот. Что, Дим, у тебя открыта карта. Да. Коллектаблс. А, все. Все Просто на есть. всякий случай чекаю, если тут какие-то коллектаблсы, которые я еще не взял. Ну, коллектаблсы эти травушки, муравушки, на, просто на всякий случай. Так, чекаю, я взял там с собой какие-то монеты защиты и универсальная монета. Все, супер. Есть отмычка одна, аптечка одна и все. Я сейчас выйду. Я в доме все еще, да? Ага, главный дом. Здесь же этот ебанутый должен быть. Потихонечку. Да, я знаю. Блять, что-то у меня очень глючит сегодня интернет. Пизда. Там ничего случайно не обновляется, какая-нибудь лута-лута. У меня? Вроде нет. О, записка. 25 апреля, мужчина 30-39 лет. Тощий суп Гумбо. По-моему, я правильно иду, я не уверен. Неправильно идет. Только закрою я выведу. А я не помню, где он. Где он? В углу. А тут, откуда ты пришел почти? Нет, не так. В коридоре. Нет, подожди. А где он? А, может, оттуда, откуда ты пришел? В смысле, это лондоришная. Лондори. Злой, верно, какого черта? Научись слушать меня, если жить не надоело. Тебе ли нельзя оставаться здесь? Выбраться через центральный зал. На запястье у тебя кодекс. Смотри, не потеряй его без Без меня. него никак. Ладуля. Ты можешь мне расшарить видео по 480p? Не Мне могу. дико. Я в самой маленькой возможной вероятности тебе расшарил, братан. Почему? 720 у меня. Да, 720. Это самая маленькая возможная вероятность. Меньше нельзя. Так, там была часть, в которой я не был. Так, ну-ка, подожди, ты там такого говна не понабирал. А, значит, ты можешь открыть, пойти в другую сторону? Ну ладно.
Да, могу сейчас секу. Я тут просто пособираю все, что в тот раз не собрал. Это тот безумный муж и его жена. 25-я годовщина свадьбы Джека и Маргариты. Не кажется ли это коллекта был? Как будто да, но мне нечем сломать его. А тебе нечем не сломать. Кстати, почему-то он мне не отмечен здесь. Это похоже, знаешь, на вот эти фигурки, которые в каком-то из резиков были. А нет, я напиздел, он отмечен, все, я вижу, отмечен, да. А там было... Ага, центральный, как попасть в центральный? Как попасть в центральный зал, мне нужно как-то попасть сюда. А, вот здесь вот, ага. Нужно что-то найти, для этого гараж. Пойдем в гараж, попробуем спуститься. Эй, ты. Эй, ты. Да, ты. Пошел нахуй. Эй, you gotta help me. Эй, помоги, пожалуйста. Водичка. Так, сэр, вы тут живете? В смысле, это ваш дом? Что? Я, не. Ладно, так вот. На последнее время несколько раз сообщали о пропаже людей. Вы не понимаете, я свалить отсюда хочу. Походите, пожалуйста. Меня не слушайте. В этом люди гребаные психи, они меня хотят убить, блядь. Послушай, я вот что тебе скажу. Я ведь, походу, тоже не все в порядке с головой, а? Издеваетесь? Слушай, я уже сказал, что у нас недавно пропали несколько человек. Я не могу исключить из подозреваемых чужака вроде тебя. Хорошо, я расскажу вам все, что хотите. Все, что хотите. Вот так лучше. Соединимся в гараже, там мы поговорим. Эй, wait! You gotta give me your gun! Слушайте, дайте мне пистолет. Ты что, съехал в что ли? Officer. Послушайте, сэр. Right. Помощник шериф. Deputy. Точно. Помощник шериф. Do you want to see my name in the obituaries? Ничего. Шахва. Мы не про вас. Или про себя, вы герой и как меня спасли. A fucking pocket knife? Ёбаный перочинный ножик. Вот держи. Больше ничего не получишь. Иди в гараж живо. Ну вот с ножом уже можно пойти и коллектабл сломать. Сейчас секу. I'm here, bitches. Так, а можно так, там... Подожди, ты плохо очень осмотрел здесь уголочек, один рядом с дверью. С какой дверью? Левее. Блин, чувак, у меня очень сильно все в глюче, что ты прям, поэтому не мельтеши. Вот слева есть шкафчик, вот в него ты должен залезть. Ты не можешь мне, ты можешь мне залезть. Прекрасно. И... Спасибо. Меня тут никогда не было. В гараж пока не иди. Не иду. Иду обратно. Вот к той штуке. Сломать ее хочу. Стоп, подожди. Вернись в уголочек.
Там ты не все нашел в уголочке. Вот здесь вот? Нет, подожди. Да, вот здесь. Странно. Подожди. Это там, где сохранял. Ну да. А ты видишь что-то вот, в углу? Да, вот эта дверь в углу, если ты нагнешься. Ничего не видно, да? Ничего. Нет, браза. Как странно. Тут должна быть трава и этот порох для пистолета. Слушай, а ты на том уровне, там же в зависимости от уровня сложности разные штуки дают. У меня одна сложность. Не одна карта, она без возможности. Там нет тут где-то, а там ты когда на коллектаблс нажимаешь, там не написано какой-то уровень сложности. Там это карта статичная, просто картинка. И нигде на странице с этой карты нельзя выбрать уровень сложности? Нет. Как странно. Пока все, что здесь показано, оно было. Ну, кроме вот этой травы. Кроме вот этой травы... Может, она позже будет? Может быть. Что ты, деда, заковыряешь перочинным ножичком? А еще такая же игрушка... А, подожди, вот тут тоже внимательно посмотри, тут должен быть порох. В углу. Есть такая штука. Вот. Видишь, пока, значит, там все-таки что-то не посмотрел. Если что, пацанчик такой же должен быть там, где ты сохранялся. Угу. Иду чекать. И на всякий случай все-таки проверь угол тот. Да. Что-то... Может, я уже взял это, когда бегал здесь в прошлый раз. Да, у тебя тогда два пороха должно быть. Ну, у меня же все достали. А, нет, у меня все нет, у меня ничего не достали. Че, пацана? Ай, звук слышу. Я тоже. Здесь под столом центральным. Ага, спасибо. Вот это можно на пересохранить уже как будто. Сохраняют, да, ты эти выкутяти камни. Ну нахуй порох тебе он, наверное. Хотя... Не пригодится, думаешь? Ты все равно не успеешь его применить, пока я бы так сказал. Ну-ка. А он нужен чего-то там такого. Так, ну, монету нападения можно как будто бы взять. Забей на нее. Я бы так сказал, не трать на деда вообще ничего. Ни патронов, а опыту поверь. Понял. Так, ну-ка давай-ка, подрочи еще угол, пожалуйста. И мы это попробуем понять. Давай я вот здесь вот так вот гляну. Может быть внизу, наверху. Попробуй разъебать доски, может. Нихуяшеньки тут, браза. Странно. Странно, очень странно. Ну. Гараж. Да, ты, в принципе, все взял. Давай, у тебя все есть. Ну так просто. Погнали отсюда, ладно. Подожди, ты торопыга. Угу, тут смотри внимательно. Блять, тут должны быть патроны. Я ж только что их взял.
Ты патроны взял? Да, я сломал ящик и взял патроны. Не видно, я не видно. Ага, все, тогда вот. Значит, смотри. Ты сейчас, да, там это все сделаешь. А в комнате, где ты будешь, там, скажем так, нужно будет не дрочить в ухо. А, там вот, если смотреть на вход комнаты, вот сейчас ты смотришь, типа, на вход, там откроется дверь, и на вход комнаты смотришь. Значит, с левой стороны, в углу левом, вот где, по сути, эта кнопка, лежат патроны. И в таком же углу справа тоже лежат. Просто тебе информация может спасти жизнь. Нам нужно увидеть, ты мне не скажешь, что ты делаешь. Иначе, я. Вы сами. На службу вообще. Что, давай-ка. Ты че? Нормально. Так. По-моему, как ты меня давно пидорасил? Да как же? Смотри. Господи. Деда, не стреляй, не трать патроны. Деда ты не убьешь. Опять. Я не нашел вторые патроны, Димас. Ты жду пока. Ага, тут еще от этого умереть можно. Понял. Блять, это сложно. Попробуй почему пострелять. Может, я не пробую. Я понял, что я погиб. Это... Ладно, мне пока не очень понятна эта штука. Так, окей, он там булки мнёт, да, в самом начале? Ну, сразу... What about you? No, it's my job. Won't you do your job and tell me? Answer my questions. You're not gonna believe me if I told you. I'm trying. Hey, put that door there. Wait! Wait! Я думал, ты спать. Теперь там травы лежали. Взял пистолет. Был шкафчик. Аптечку. Ситку. Да, ключи от тачки. Смотри, как я хочу сделать. Я хочу сделать вот так вот. Хочу выстрелить ему в голову и сесть в тачку. Ага. Да, расхуярь его в тачку. Блять, как ты... Да это невозможно же такое. Машина так не может поехать. Ага.
Ладно, не буду тратить больше патронов, но... Опять же, обычно, потому что в моменте прям все спать и давить. Не больше. О, может его спихнуть можно? А, ну или так. Взорвется? Ёпка. Что я делал? Почему я дал? У тебя, когда ты играл, ты по-другому все сделал? Ты сел в тачку и задавил его? Да. Блять, какая разная игра все-таки это может быть. Прикольно. О, лестницу вижу. Так, смотри, ты здесь должен был в комнате взять. А вот где? Мэтт, смотришь, сынок. Сейчас ты видишь. Чудес. Смотри, что я должен был здесь взять? Смотри, что ты должен был взять? Два патрона, одну травку и одну личинку. Да, все так и есть. Все кайф. Ты обсосал эту комнату, можешь отсюда нахуй валить. Ага, порох и эпоксид равно пистолетные патроны. Окей. Блин, мне нравится, что здесь по-разному можно вот эти моменты пройти. Гильзы для дробовика. Приятно. Это интересно, ты где? Опа. Прикольно. Это, ага, это я знаю откуда. Я понял где ты. Все, я понял, значит где. Смотри, тут ты должен найти двое патрон. Тут это где, наверху? Нет, подожди, нет, не тут. Я вернулся типа ко входу в гараж. Я был в гараже и там поднялся на второй этаж. У меня просто нет второго этажа. Там были патроны для дробовика и вот этот бык там. Что-то есть у тебя с быком связанное? Ничего нет, вообще хуй знает где это. Стоит ли открывать эту дверь? Я хуй знает, не буду, наверное. Открой, что нет. Зачем? Там этот ебанутый дед. Не открывай. Я бы полечился. Лечилка, которая руку всегда лечит. Да. Просто была еще одна лечилка лишняя. Верно, я, может быть, сохранился. Я туда и иду. На всякий случай, может, еще раз уголок проверим. Ну, чисто. Чем будет? Ёбаный угол, что ж там такого-то? Я сначала сохраню. Ну, раз как-то так, всяк-всяк. Вообще-то здесь все обсос. Ну, я иду к двери. Очень уверенно. Не хочу я тебя брать, пока честно скажу. Пока не хочу. Да.
Так, сидел, чувачка убил. Траву взял. А, это second floor, все понял. Пожди. Main house. Ага, так. А там вот еще рядом с чувачком должна быть порох должен быть. Взял. Взял? Да, только что. Взял. И древнюю монету взял. Древнюю монету взял. Монету взял, ага. Тебе что с отцом когда-то был? Ты извини, он вроде как покойник. Может, у тебя и получится. Что? Что получится? Нужно тебе кое-что, но я не могу сейчас все объяснить. Конечно. Выберись из дома, найди ключ, если потребуется. I'll be in touch. Рядом с телефоном должен быть какой-то файл у меня написан. Какая-то хуйня, с которой можно взаимодействовать. Вроде бы. Может, он не рядом с телефоном? Мне немножко непонятно, где телефон. Ага, трехголовый. Естественно, естественно. Пока ничего такого не нашел, Димас. Дверь в стиле скорпиона. О, маятник от часов. Угу. Я помню, что, я помню, куда его вставить можно. За 2 года пропали без вести более 20 человек. Капитан Хауэлл из полиции штата сообщил репортерам о начале поисков Хелен Митки, студентки колледжа из Северной Каролины, которая направлялась в Луизиану. Последний раз ее видели вечером 21 числа этого месяца. В последние 2 года резко возросло количество сообщений о пропаже людей на юге Луизианы. Большинство пропавших – туристы или бродяги. Считается, что уже пропало не менее 20 человек. Полиция подозревает, что они убиты, и считает, что эти случаи могут быть взаимосвязаны. Разработаны планы по выделению дополнительных следователей и проведению дознаний на местах. Алиса Эшкрофт, 19 января 2016 года. Эшкрофт. Очень знакомая фамилия. Алиса Эшкрофт. Где-то это было. Фамилия эта где-то была уже. Фамилия? Поместье Эшкрофт? Нет. Точно! Точно, чувак! Было поместье Эшкрофтов. Где это было? В какой части это было? В этом... Код Вероника. Точняк, точняк. Ебать, прикинь. 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 Что-то туда можно поставить. А, монетку можно поставить. А надо поставить орла. Положите посторонний предмет на темный постамент. Картина под названием «Охотник на небесах». На ней изображена собака, которая смотрит вверх и лает. Недостаточно места для эпоксидки у меня. Не забудь про нее. Я, наверное, думаю вернуться. Скинуть говна, закинуть маятник. Я услышал собачий лай. Мне он не понравился. Как есть. Маятник, по-моему, вот нет, не здесь. Вот здесь. Можно закинуть. Открытая бездна Клайфа Брайана. Пропали. Я подключу через телефон. У меня также будет ключ. Нахуй так шуметь-то? Прям. А, да. Скинуть голову собаки и засейвиться. Гильзы для дробовика, наверное, пока могу оставить, наверное. Ключ от автомобиля точно до свидули. Голова точно до свидули. Древняя монета точно до свидули. Ну и все. Чего, Димас?
А я хочу подключиться через этот, через телефон попробовать. Сейчас, погодь. Давай. Я Discord сейчас. Пипирочка, я тебе позвонил или что? Вроде позвонил. А ты стримишь, да? Да. И что, я ничего не вижу пока. Okay. Просто знай. Так, здесь ключ, здесь что-то нужно. И второй этаж, и дробаш. Ну, давай дробаш возьмем, ладно. Ок, ок. Давай возьмем дробаш, все равно сохранился. Угу. Не смогу взять, нужно на его место что-то положить, да? Ой, дробаш как много места занимает. Ты все равно пока не можешь положить, забей. Пойду на второй этаж. Ты подосвободи пока место, чувак, потому что... Я подосвободил место. А, окей, хорошо. Ну, я могу еще что сделать, смотри, я могу взять эпоксидку и сделать патроны. Вот. Ну, это три места есть. Монеты как будто вообще не хочется выкладывать. Хотя я не понимаю их эффективность. Если там 2%, то и... А ты можешь как-то нагуглить этот? Ну, просто, чтобы просто так их не таскать с собой. О, и здорово, бабка. Сейчас ты за мной гоняться будешь, да? Угу. Так, ебать, какой дом. Дом... Так, подожди, я не слежу, где ты играешь. Я ничего не отмечаю, просто чтобы ты знал. Хорошо. Потому что я пытаюсь настроить... Ты у меня двоишься в Дискорде. Все, теперь не двоишься. Я тогда пока начну кушать. О, все, отлично. Вот это стрим. Я завершу. Так. Все, я настроил себе стрим на телефоне. И как? Погоди, я как будто тогда что-то слышать. А, я с телефона. Да. Там хотя бы не глючит, блядь. Так, что значит, надо... обычная связь работает лучше, чем... LTE, да, LTE у меня лучше работает. Сегодня пиздец интернет. Просто, блядь, я слайд-шоу, чувак, невозможно смотреть. Просто невозможно. Да, а чё? Просто пиксели ебаные. Хотя вот... Блядь, ну ладно, пиздец. Так, Я взял... Что я на первом этаже взял порох. Сформируй запрос на английском. Зачем на английском, погугли на русском? Что дают монеты из доп-контента Resident Evil 7? Можно даже просто, что дают монеты? Обычно такие штуки лучше на английском купить. Пока не иди, пожалуйста, никуда, потому что ты сейчас все пропустишь, и потом надо будет перепроходить 10 уровней. Гуглится, загружается, но из-за интернета не поддается. Так, ну давай. Так, что это, собственно, вопрос о названии. Тоже интересовался вопросом, ответ не нашел, таскал ее с собой почти все время. Собственно, монеты у всех разные. Есть предположение, что они зависят от того, в каком стиле проходится пролог. Но, возможно, тупой рандом. Она ускоряет рефлекс. ГГ немного быстрее наносит удары. Тут не написано, насколько. Только на Мэтхаус, скажите, 5 монет. Универсальная монета увеличивает скорость атаки, защиты. Там абсолютно все то же самое перечисляет. Особо глубоко не искал, только сюда зашел, думал, 1%. От 1 до 5% вторая моя версия. От 1 до 10% третья версия. Понятно. Ответа нет на твой вопрос. Во всяком случае, в одном месте. Могу еще поискать. Монета защиты дает небольшой бонус к защите. Небольшой. Ну, монета вот примерно нападения дает небольшой... Господи, где я? Небольшой бонус к атаке. Небольшой бонус к атаке, защите, вероятности отбрасывания. Это универсальная монета. Монета нападения. Небольшой бонус к атаке. Монета перезарядки. Небольшой бонус к скорости перезарядки.
Да. Ну, я вот прочитал про монеты, нашел отдельно. Там не написано, процентовка не написано. Просто типа... Небольшой, либо 5, либо 10. Да. Так, хорошо. Я на втором этаже. На втором этаже. Так, иду на карту второго этажа. Второй этаж. Ты поднялся. Так, сейчас. Ага. Где это, блядь? Подожди. Мейнхаус. Мейнхаус 2. Ага, все, ты тут. Угу. Угу. Иду к бабке. Бля, ну так стрёмно башка поворачивается. Я тебя резать не буду. Я потому что стариков уважаю. Пусть ты ебанутая. Но знай. Знай, манда старая, если я уйду, а ты говна напортачишь, я перезагружусь и тебе пизда. А куда ты вошел? Можешь сказать? Налево. Налево. Ага, все, понял. А вот иди вперед. А потом правый угол пососи. Я там сейчас какую-то хуйню услышал. Похоже было на птеродактиля. Супер смешно. А, это помнишь жена его? Ага. Маргарита. Пушкина. Это тетка, которая писала лирику для Арии. Серьезно? Да, Маргарита Пушкина. Вау. Ты слышал? У меня видео заглючило, в общем. Бля, да, не получается. Не меня... А, нет, я не слышал ничего. И не видел ничего. Ладно, не получается мне нормально все смотреть. Это хуйня. Ладно, буду. Так, ты взял... Эпоксидку взял. Так, секунду. Ты... Подожди. Я пропустил. Вернись, пожалуйста, где вот ты был снаружи. Угу. Так, вот ты вот шел. Блядь, я запутался. Включи карту, пожалуйста. Да, вот здесь должна была быть пистолетные патроны. Да, взял. Потом ты вот это повернул и тут что-то взял? Вот здесь вот? Нет. Вот здесь вот? Да, я открыл вот этот вот ящик и взял эпоксидку. Хорошо. Окей. We're good? Угу. Шорткат. Не иди туда. Угу. Тритрованная эпоксидка. Порох. Патроны может сделать, место освободиться. Патронов не так много, личинки, как будто и есть. Да, ну, смотри. Ну, три травы, три хилки. Ну... Я бы сказал, что, наверное, на этом этапе не знаю. Сам. Как скажешь, брат, я доверяю твоему выбору. Okay. О! Знакомое лицо? Представь его лысым. И занимающимся самбо. И руководящим какой-нибудь страной. Блять, вообще нет. Ну, хз. Как по мне похож. А, комнату отдыха. Не пойдем или пойдем? Не пойдем. Пойдем в детскую, может, сначала.
Окей, пойдем. А мы в детскую не сможем пройти, да? Не сможем. Пошли тогда туда. Так, там нужна змея. Здесь нужен скорпион. Ну-ка. Прикольно, что комнаты, в которых не были, отмечаются в этой... Современно очень. Очень современно, очень удобно. Я рад, что так тут стали говна делать. Два ведра. Верю. Вот весь скорпион. Ничего не могу сделать. А это в бабушкину комнату. Наверное, надо будет бабушку ебнуть, чтобы туда пройти. Древняя монета. Имеется. Записка. Маргарита, перемести мерзкого хиппи, которого мы поймали, из зала в зону обработки. Так, слышу. Ага. Петух. Так, просто чекаю. Все в порядке. Сейчас я до вас доберусь тоже. 2 октября. Сообщают о надвигающейся буре. Несколько лет назад мне пришлось потрудиться, чтобы устранить последствия бури. Наверное, надо укрепить окна и упрочнить крышу. Может, Лукас мне подсобить. 9 октября. Вода наконец-то сошла. Наш основной дом не пострадал, а вот старый дом сильно поврежден. Лукас все не уймется насчет большого корабля, который выбросило в проток реки. Если это правда, надо бы сообщить Воку. Блять, я знаю, что это за корабль. Я знаю, что это за корабль. Я понял, как у них там все это пошло. Это этот. Это та же хурма, что была в 4-й части. Там, кстати, что-то было, если что. Да. Это та же хурма, что в 4-й части была. Этот же... секта эта ебучая. Тебя проспойлерить теперь? Нет, ничего не надо говорить. Голова синей собаки, мне нравится. Мусор. Порох. Нашел порох, молодец. Нашел голову, молодец. Ты так. Все-таки сзади там не взял. Да, я потому что у меня... Я понял, как здесь надо играть, чтобы постараться максимум не упустить. Я, типа, мысленно в голове делю комнату на зоны. Сначала пылесошу все вдоль стен. На центр комнаты внимания не обращаю. Просто так вот прошелся, все посмотрел, все потыкал. После того, как ты закончил круг, ты перемещаешься на центральный, потому что здесь, видишь, на островке разделено. Бильярдный стол и барная стойка. И все. И не, максимально как будто бы ничего не проебешь. Опа. Места-то не хватает. What should I do? Бля, патроны надо было для дробовика выложить. Че я затупил и не выложил? И монетку можно выложить. И бошку можно выложить. Подожди, а у тебя там... Может, это я только сейчас взял. Плюс я лечилку сделал, она, видишь, как место заняла. Потому что их только в капе 3 может быть. Ну ладно, за этим я вернусь тогда. Слушай, а сколько там бошек надо найти? 3, да. 2 я нашел. Я пойду вернусь, скину говно. Что я могу сказать? Вернись, скину. Шлем. Ты можешь шоткат, кстати, сделать. Ты помнишь? О. Сразу попадешь туда, где... Базариксон. А можно закрыть за собой? Это мне не нравится, когда остаются следы моего присутствия. И сейчас этот чел здесь, да, вспрыгивает. Тут же старик этот ебучий. Я делаю все, что могу, Дим. Я все, что могу сделать. Единственный угол, где это... Вообще, у тебя будет возможность сюда, скажем так, проверить это. Сюда. Слушай, наверное, личинку тоже положи. Если максимум 3, то нахуя тебе? Именно поэтому я хотел патроны сделать. Ладно, ок. Но у тебя она останется на потом, если... Я играл без монет, если что. Просто чтобы ты знал. У меня не было тогда монет. Ну ты лох, чё. Да, так и есть. А лечилку выложишь? Я траву выложу. Трава менее эффективна. Всё, 5 минут. Может, лечилку тогда сделать на быстрый ход киса?
Да, она и так на быстром ходке ищет. Контрол полечиться. Я не знаю, зачем сделали возможность это добавить. Какая-то странная хурма. А, вот сюда. Окей. Сомнительно, но окей. Я быстренько чекну вот этого, быстренько. Эвелина, 2 мая. Туда пока не идем, а тут закрыто, да? Да, тут змея нужна. Обозначим это. Тут нихуя вообще нет. Не выебывайся. За что у меня пока пропала картинка? Мы сейчас будем смотреть пиздатый видеоролик. Расскажи, что там происходит. У меня нету стрима. Итан, пожалуйста, посмотри это. Видео называется. Мия зимняя. Итан, если ты это найдешь, я знаю, что не могу ни на что рассчитывать. После всего, что произошло, что я сделала, но я должна сказать тебе, это была не я. Я не знаю, что случилось. Тебе столько нужно понять. Вот ты где. Ну и напугала же ты нас, девушка. Я играю за нее. Дим, здесь есть что-то, что мне надо знать? Коллектаблсы, не коллектаблсы? Без понятия. Ставлю эскейп. Узнай, пожалуйста. Как? Я бы с радостью. Как? Я знаю, что... Я на карте. Старый дом, первый этаж. Я вот здесь, вот в подземелье. Вот, если я тебе знаю, это о чем-то... Что... Вот смотри, я здесь. Ты видишь? Да, я знаю, что мы там будем... Ну, мы там будем. Ну, это может быть, здесь есть такая же штука, как вот тогда, помнишь, сделаю что-то здесь, чтобы потом в реальном мире это было тоже. Понял, о чем я? Смотрю, у меня сегодня дико хуёвый интернет, все очень долго грузится. Я никуда не тороплюсь. Хочешь, скинь мне то, где ты это ищешь, я просто буду параллельно тоже смотреть, чтобы... Ну, это все равно сижу, нихуя не делаю. Ты вроде ща, я посмотрю. Там пока грузится, смотрю другое место. Так, это... Ага, от хаус. Это самое вот честное. Контейнер майн бисфайт. Ага, какой интересный... Интересный нюансик. Слушай, как будто бы все ок. Ну, ну-ка. Туда не могу, да? Уёбываю. Там бабка сзади идет, мне время показать. Да. Не, идет, правда идет. Мамочка. Ты пока там бегай, я хочу сходить за Лизиным телефоном, расшарю себе ее интернет и буду через нее смотреть, там сидит мне шоу.
Бегай, пока. Я не смог спрятать. Думаю, что я умер. Вы не справились. А? Ну, я не справился. Вроде как спрятался. Вроде как. Не уверен на 100%. По-тихому сваливаем. О нет, туда мы не пойдем. Можно встать. Что-то замышляете, шукаетесь. Думаете, не знаю, что я хочу. Думаете, не знаете, что я хочу, что вы хотите. Блять, думаете, я не знаю, что вы хотите сделать с этим парнем Итаном. Так, а зачем мне это вращать? Газовая горелка. Я здесь. Здорово, Димас. Что-то там бабка тебя не отпиздила? Один раз отпиздила. Но я спрятался за дверью. Так вот, шпекс, шпекс. Я скрылся. Давите, хищник, что это за... В смысле заперто? А куда мне тогда топать? Пошарил нормальный интернет. О, она пиздата, хотя бы не глючит. Она сказала, что... Кормит меня кошкам. Мы открыли тебе двери нашего дома. Мы открыли наши сердца. И что в ответ? Что ждешь? Он где-то рядом? Я не понимаю, куда мне надо бежать, честно скажу тебе. Но смотри, узнаю... Как. Она не туда пошла? Туда. И туда нельзя. А дверку закроешь? Найс идея, брат. Мудрый. Не знаю, как видит NPC, конечно. А. Ой, блять, как. А, почти. Как
Ох, Чувак, я эти это... загадки решал за секунд 15. Я смотрю, у тебя прям тяжко, да? Ну Да. вот, смотри, вот он, паук. Подожди, стой, стой, стой. Вот. Только тебе надо... А теперь поверни его зеркально. Вот так вот. И чуть-чуть выше. Стоп, подожди. Левее. Ну, как бы, чуть-чуть назад. Ну, назад во Смотри, времени. смотри, стой, смотри. Вверх, вниз, влево, вправо. Командуй. Хорошо, пока верти. Пока верти. Во, Стоп. во. Я замер. Ну, теперь тебе нужно в левый нижний угол как бы подопустить. Как это сделать? Я не могу сказать, это Вот, управление не у меня. именно это и вызывает у меня недопонимание. Ну, то есть, типа, вот я понимаю, что мне с ним Попробуй. надо сделать, но я не понимаю, как это надо сделать. Это может быть ВСД? Ебать, чувак, реально. Почти, 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 почти. Во. Ну все. Вот так. Да, ок. А, та, а, а. Я думал, что оно само, а там надо было еще кнопку нажать. Вопросов нет. Вот это почему-то я могу посмотреть для For Some Reason. Ты тут по все равно ничего не можешь взять, так что расслабься. Ну, такого, в инвентарь. Ой, чувствую, на что постоянку. сейчас я буду от бабки, да, как-то хайдиться. Сейчас мне прилетит в стену, кутаешка начнется. Кс-кс. Тут была кутаешь? Нет, Хотя бы раз. нет. Они после шестой части, видимо, решили такие. Мне кажется, нам достаточно кутаешек на следующие 2 года. Две игры, точнее. Она любит тебя. Это маленький пикник. Все, что ты А, делаешь. блин, блядь. Если вы когда-нибудь будете заниматься переводом английского на русский, пожалуйста, переводите слово «фак» как «блин, блядь». Ну, люблю тебя. Ты что, не видишь? Привет. Вот эта часть, вот именно за Мию, давали поиграть в VR. Вот. И тут, конечно, ты кирпичами делал завод. Чувствую, сейчас проломанный потолок будет. Оп, чекаю карточку быстренько. Похоже, это деталь от чего-то. А, темно внезапно стало. Ну, вот если, да, вот если вот так, то естественно. Ну, пожалуйста. И сейчас. Я получил ачивку. Пройти уровень так, чтобы бабка не заметила меня. Ну, она же заметила. What did they do to you, Mia? Скажи, здесь все? Есть ли еще что-то в этой комнате, что мне необходимо знать? Тут патроны ты находил в этой комнате? В По-моему, углу. да. Скажи, Подожди, где? да. Давай я уткнусь сюда просто. Взял карту. У меня, да. Правый нижний угол, но не самый нижний, а вот это, да, где-то мы сейчас. Да, вот здесь лежали, по-моему, где-то. Нет, прикинь. Спасибо, Димас, спасибо. А ты тут что-то еще не находил, по-моему, ты не смог взять, у тебя места не было. Кассету только.
и эпоксидку. Нет, это еще было. Кассет, вот, кассет и эпоксидка. Эпоксидку я взял и все. Окей. И сделал лечилку из нее, по-моему, в тот же самый момент. Потому что она место тогда занимала. Ты здесь все. А, что бы я рекомендовал? Я бы рекомендовал сохраниться и идти в ванну. Вот мне бы это знание помогло когда-то. Я бы... А, я сюда не могу, там занято, да. Ну, погнали, чё. Да, вот это... Считай, что ты играешь не второй раз, а полтора раза. Можно было, кстати, тогда и на высоком уровне сложности поиграть. Но я помню все вот в доме, я помню, потом я нихуя не помню, вообще ничего не помню. Помню ключевые моменты, но вот таких нюансов не помню. А вот это вот помню. Потому что, сука, я ненавижу, когда за тобой кто-то ходит, и его нельзя убить. Я ненавижу эту... Просто ненавижу, блядь. Не, то есть, я нормально не могу играть. Ты постоянно шкеришься, постоянно быстро все делаешь. То есть, не успеваешь насладиться размеренной игрой. Тебе надо постоянно быстро, блядь, что-то там бежать, все пылесосить. А, сейчас может, надо будет бежать и пылесосить все? Чё скинуть? Ну, там вообще... Не, ну, 4. Я бы порох скинул, может быть. Ну, наверное. Ладно. Не могу знать. Тут уже не могу знать. Слушай, не то, что надо типа бежать и пылесосить, просто когда всякая хуйня за тобой идет, ты обычно быстро бежишь, чтобы она тебя не ебнула. Логично. И ты быстро стараешься все пропылесосить, чтобы она тебя не ебнула. Ай, блядь. Подожди, не, пока там в ванную, главное, не суйся в ванную. Смотри, значит, что тут есть? Тут есть... Пистолетные патроны. Нет, такого не было. Нет, такие. Но, видимо, они могут рандомно. Там в углу они... Ага. В принципе, ты здесь все взял. Пошла. Подожди. Я уже нажал, братан. Я, то есть, я сейчас запущу что-то, что будет всегда за мной передвигаться по дому. Да. О, я знаю, куда это. Вот туда и иди. Там что-то еще есть? Господи, как же... Да, выглядит реально пиздец. Чё, выхожу и бабка. А, нет, детка. Круто, а? Куда лучше, чем подыхать, это стопудово. Забей, не трать на него даже, блядь, нихуя не трать. Пиздей. Это просто задерживает его. Я его помню, я его заковыривал этим бабка еще знает. Ножом. Ну, чтобы ты понимал, ты можешь его убить. Ну как, в смысле убить? Ты можешь его сделать так, чтобы он типа долго упал. Меня не трогал. Да, ну долго это очень все относительно. Так, надеюсь, время в этот момент замирает. Ага. Вот мне нужно сделать все то же самое. Только ровно зеркально. Так, это ты на первом этаже какую-то хуйню сделал. Сейчас войдешь в дверь. Кто построил эту херню? Реально, во! Это самый классный вопрос. Типа, все эти двери с символами. Кто, блядь, построил эту херню вообще? Создатели сами над собой кекают. Да, это прикольно. Карту, пожалуйста. Это прикольно. Ага, все хорошо, все нормально. Ну, в целом, нормально. Да, я больше никуда и не мог пойти. Кайф, нравится. Так, это я... А, это я хуй знает где. Спрошу, мне тебе говорите, где этот мужик есть, а где его не может быть? Или не надо для ощущения, что он как будто тебя всегда выйдет?
Ну, я знаю, что он точно не может меня трогать в сейф-руме. Ну, то есть там, где сохраниться можно, а везде, в остальных местах может. Не совсем. Есть места, куда он не заходит. Так, ты что-то взял? Подожди, я проебал. Я взял траву и патроны. Так, а где карту? Карту, можно карту? Траву и патроны ты взял. Ага, траву ты взял и патроны взял. Хорошо. Фигурку сломал. Эпоксидку взял. Кстати, они... Подожди, пацаны, сломал? Да. Блять, я не там смотрю, сука. Так, ты взял... патроны взял, пацана взял, эпоксидку взял. Что ты еще там взял? Опа, психостимуляторы есть. Да. Чекаю. Ага. Ну, блядь, и патронов максимум. И патронов максимум. И, ну, я хилку сделаю. Они тогда две ячейки освободятся у меня. Да, две ячейки освободились. Психостимулятор. Используйте психостимулятор, чтобы найти предметы. Тебе рассказать, зачем они? Да. Ты их жрешь, и у тебя, ну, условно, там, типа, подсвечивается на меню, все. Подсвечивается все, да. Но поскольку у тебя есть я, то тебе не нужны психостимуляторы. Я знаю, что Кроме... сделаю. Я знаю, что сделаю. Я схаваю эти психостимуляторы и в том углу посмотрю. Так, хорошо, смотри, что здесь вообще в этой комнате есть? Здесь есть пацан, здесь есть. Ну, эти вот. Подожди. Подожди. А можно еще раз карту, пожалуйста? Ебать, чувак, ты до сих пор не понял, где я? Как ты меня... Нет, я не понимаю. Блядь, да нет, нет. Просто пацан должен быть... Он был вот здесь. Да, но на карте он показывается как будто в другой комнате. Поэтому меня это сбило. Окей. Так, смотри, здесь должно быть раз, два, три, четыре патрона. Психостимулятор. Сколько ты взял? Психостимуляторы, так. Вот, четыре вида патронов. Точнее, три патрона для пистолета и один патрон для дробовика. Вот. И вот ты что-то должен был взять для лечения. Да, взял что-то? Да, да, что-то взял. Ты патроны все взял? Вроде да. Тогда... In my humble opinion, yes. Ну, здесь закрыто, да? Просто, чтобы у меня оно отметилось, что здесь нужен... Какая-то шляпа там нужна. А сюда мы, пожалуй, пойдем, да? И там уже будет дед. Слышу, что он там приближается. Так, один, два, три, два. Окей, у меня ноль места. В целом, можно играть сейчас, наверное, менее сейвово, потому что куча патронов, куча хилок. Ну, они просто... Ну да, ладно. Так вот, мне тебе говорить, куда дед может заходить или нет? Или ты хочешь, пусть это будет сюрпризами? Пусть будет сюрпризом, да. Это, наверное, не та информация, которую я хочу знать. Так, что в этой комнате? Ты зашел... Ебать, там... мерзость какая, фу. Монеточку нашел, хорошо. В этой комнате еще кое-что есть, что ты еще не нашел. Похоже на детский рисунок. 14 июня. Отдыхающий муж и жена. Муж — это успех, он 12-й по счету. К сожалению, жена не пригодилась, так что придется от нее избавиться. 7 июля. Три студентки. Они протухли, придурок Лукас все испоганил. 13 августа. Бездомный. Обращение заняло 3 дня. Он 13-й по счету. Ох, их там, да, нормально так. Нормально, да. Все ли я взял теперь? Похоже, это все те, кто пропал без вести. Дима? Да-да-да, что-что. Ты. Все ли я взял теперь? Ты тут должна быть ганпаудер. Есть, да. Хотя я сюда проходил. Я сюда вроде подходил, но
Не помню, чтобы здесь что-то было. Это все. И мы типа вот так выйдем. Слушай, а что мы здесь? А что у тебя отметилось? Это вот эта штука, у меня отмычки нету. Прикольно. А что мы здесь вообще взяли? Вот мы прошли в эту комнату, через тоннель. Мы что-то взяли сюжетное, что поможет нам дальше пойти? Вот я не вдуплил. Пока еще нет, но я думаю, что мы вот сюда вот сейчас попадем и зайдем вот сюда. Окей. Просто я-то вижу, что там. У меня все равно вопросы. Что, может, туда повернемся? Хорошо. Не-не-не, тут и не должно быть ничего, я и говорю. Просто, может быть, у меня не отмечено на карте. Хотя, здесь будет какое-то... О, ты, кстати, кое-что не взял, по-моему. А ты брал тут траву? Вот здесь? Ну, не здесь, а... Сделай карту, пожалуйста, наверное, в другом помещении. Вот в предыдущем. Да, брал. Право. Давай проверим. Вот здесь вот. Да, брал. Я не... Вот в этом, да, углу? Ты на стене, да, вот на этой стене, правой. Ты там все обсосал, все там норм, ничего там нажать нельзя, взять нельзя. Да вроде. Ну иди дальше тогда. Вот трава вот здесь была. Тут. Так, здорово. Мою игру не хочешь поиграть? Пишет Хелмод. Что за игра? Я... Я не успел почитать, смотрю на коллектаблс, тяжело. Так, пишет Helmut Oppressive, мою игру не хочешь поиграть? Демку выложил на itch.io, это сайт инди-игр, если что. Чат вышел из чата, я понял. Сам делаю на Unity, тип, ищу кто затестит. Почему бы нет? Почему бы нет? Засейв ссылочку как-нибудь, просто поиграем. Братан, кидай ссылочку, мы как-то пройдем этого рейдика, можем да. Один погонять. Да. Конечно, почему нет? Кидай ссыль. Давай дальше. Мы все взяли, мне не надо будет потом три раза возвращаться, там... Сейчас кину. Да, лучше ссылочку найди, скинь, так будет проще, я ее сохраню. Слышь, Димас? А, да. Посмотри еще раз, пожалуйста. Вот знакомое тебе, да? Все ли мы здесь взяли? Не надо будет мне потом сюда еще раз возвращаться. Я не знаю, братан, у меня есть карта. Ну, типа, есть карта. На карте я все отметил. Я тебя спрашивал, ты вот 4 патрона взял, такой взял. А вот 5 патрон взял, такой взял. И вот, а вот все, что, взял, все взял. Что там надо было взять, мы взяли. Все, ты у себя отметил? У меня написано все, кроме одного. Тут есть такая... пометочка, как important files и items. Угу. Вот он на правой стене. Я, это может быть здесь? Что угодно. Типа. Нет, на правой стене. Ну, другой комнате. Вот это. Да, да. Вот. Это может быть все что угодно. Это может быть какое-то событие. Например, дед стоит и там что-то пиздит. Ага. Это может быть какая-то. Ну, типа, все что угодно может быть. И поэтому я не знаю, что сюда это подходит. В эту категорию может подходить. Вот. Окей. Okay. Ладно. Тогда пока оставим это. Пони Вуф пишет, надо же, они живые. Странные вещи у вас происходят. А что, а какие? А что странно? Это кто пишет? Тут много народу. Здорово, народ. Ох, какая тут комната. Вкусняха. Ебать. Выглядит так себе, честно скажу. What the? Ебать. Это что за нахуй вообще? Это не зомби. Это не зомби. А, на тебя кто-то напал, а я пропустился, блядь. Я читал, там чувак скинул ссылочку на игру. Кайф. Братан, но мне кажется, 1000 баксов за игру, это, конечно, хек. А, то есть это типа... Не, но для тех, кто стримит бесплатно, там написано. А, кайф. Вот, но 1000 баксов, наверное... Нет, я понял, что ты бесплатно раздашь. Просто, ну, это типа кек такой. Типа, ну, кек. Кекушка такая вот.
Я чувствую, что ты уходишь. Угу. Я сейчас пойду Барбика провожу и вернусь. Окей, просто чтобы не скачивали. А почему ты не хочешь, чтобы ее скачивали? Ну, а в этом же смысл. Типа, да, я слышал. Погамуют, не? Плохо? Не знаю. Где? Не готовы целиком. Ну, ну и что? Ну, я думаю, все равно, что там, я не знаю, как легко найти эту игру. Мне кажется, те, кто найдет, даже кусочек потестит, может, какую-то обратную связь дадут, чтобы уже готовый вариант был пиздатым. Вот. Я сохранил ссылочку. Мы допройдем резик этот и заценим. Напишу тебе в ВК либо в Дискорд. Андрюшка там за ушко кладет. О, как начнете, лучше в ВК. Я там чаще просто, да, без проблем. А я зашел на твой YouTube каналчик. Ты еще на гитарке лобаешь? Ближе к концу там напишите, я открою. Играл на гитаре, сейчас уже не. А. Ну. Окей. Так, чисто просто. Чисто просто посмотрел. Ты бы смотрела видео в Инстаграме, которое я тебе прислал? С ямочком и с котиком? С собачкой. Мяу-мяу. Да, ты прислал видео в Инстаграме. Я потом Андрю скажу, что там все его... Ты играешь, не... Бога играете? Я играю. Даже интересно, что ты ушел, Дима подо мной было разговаривать. Ну, обычно, когда кто-то из нас один уходит, который пытается подписчиками, чтобы ты его не слушаешь. А что ты откроешь? Ты говоришь, ближе к концу, там напишите, я открою. Вау. Какому концу? Ближе к какому? Можно меня шутить? Это смешно. Никогда не буду суп. К концу игры. А, резик. А, хорошо, хорошо, да, напишем, напишем обязательно. Где? Около ракеты? Договор. Больше, чем на Чехова. Да. Да. Капец, я похож на Ленина. Ужасно. Что вы не понимаете?
Андрей похож на Ленина. Надо спросить, почему он похож на Ленина. Что у него там ленинского? Как шутка, типа, у тебя мама Лена, а если у тебя мама Лена, то папа Ленин. А? Кайф? Так вот. Такие разъебушки. Я сделал приветики, пистолетики, ты просто продолжай держать сетку. Ты как крип. Это произошло между 9 и 11 часами вечера. Что такое же хуйню от него? Ты бесполезный, просто за кроссворды обратно. Это смешно. Он ждал. Ну, то есть, да, он прям, он, ой, это гениально. Я знаю. Блин, мне нравится эта сумка. Она классная. В ней вмещается разве все любовь. Мама. А в ней вмещается вся любовь. Да? Ведь ее не так много. Бля, Андрюха там, я ему скажу, мьют микрофон, Андрей, блядь. Все мусь-мась, слюни-мюни, если что. Ой, ладно тебе. Ну что ты думаешь, я шутила. Ну я просто теперь жди, что я буду, ну, подкалывать тебя. Люблю, но очень мало. Вот настолько мало. Не знаю. Мне просто не кажется, что это мало. Это очень мало. Давай, пока. Хорошо, тебе поработать. Давай. Я тогда спаю. Классно настроение. Спасибо. Дыши. Что я такой стеснительный? Я стеснительный или Андрей стеснительный? Или мы стеснительные? Hello, guys! Это ты когда там уходишь, в микрофончик что ли мьють, а то ваши слюни-мюни слушать? Слушайте наши слюни-мюни. Ага. Ты видишь сейчас мою камеру? Да. Зацени усы. У тебя они не настолько длинные, чтобы ты их закручивал. Но все равно. Они, то есть... Они приобретают форму. У меня раньше такого не было. Ну, чуть-чуть совсем. Может быть, кстати, если гелькой какой-нибудь, знаешь, есть специальный, типа... Да, я... Ну, как не я. Варя пару дней назад обратила внимание, что у меня вот так начали расти усы, и такая пиздата. И купила гель для того, чтобы укладывать усы. Хэ. Так, а где ты вообще ходишь, братан? Чувак, все там же, за 15 минут, братан, ничего не изменилось. Все тот же кусок, блядь, карты. Нет, это важно. Ты же можешь проследить, тут потом... единственный путь, тут нету вариантов, блядь, как вообще? Итак, значит, тут, во-первых, ты прошел две комнаты, что важно, это раз. Во-вторых, я общался с чуваком и не видел особо, где ты ходишь. Это два. В-третьих, у меня глючит стрим, и я могу что-то упустить. Это три. В-четвертых, я читаю чат, блядь. Это четыре. В-пятых, сколько ей лет? Кому лет? Игре лет? Или Андрею лет? Они спрашивают, сколько ей лет? Уточните, кому? Сейфру? Игре 5 лет? Нет, 8 лет. Она 2016. А это пошел по коридору и... Это я вот здесь, в сейфруме. Я в сейфруме пошел. Я вот это все прошел, ничего здесь не брал мне, потому что показалось, что здесь ничего нету. А здесь ничего и нет. Вот, и я в сейфрум пришел. Хорошо, а ты в сейфруме что нашел? Сейчас тебе скажу. В сейфруме я нашел вот здесь патроны. Угу. Вроде все. Здесь вот нужно отмычкой что-то открывать. Здесь сохранялка. Здесь кусок бумаги. Со мной что-то не так. Возможно, из-за того, что они накормили меня этой гадостью. Если мне суждено умереть, буду драться до конца. Доберусь до дробовика, который я заметил в комнате. Они пожалеют, что так со мной общались. Отдых и тогда отдельно еще написано. А тебе надо выбираться отсюда. Я люблю тебя, Кортни. Целую, Трэвис.
А с этой стороны то же самое? А, нет. Дорогая Кортни, эти сволочи ищут меня, но, возможно, ты так сможешь выбраться отсюда. Ищи барельефы в виде собачьих голов. Одну из голов я видел в секционной в подвале. Возьми ее, это ключ к свободе. Вот так вот. Так, чек. Ну, тут еще одни патроны должны быть рядом с первыми патронами. Ну, типа, на той стороне. То есть тут всего в комнате двое патрончиков. Может быть, в темном углу. Нет? Не, они должны быть на той стороне. Ну, слушай, я почитал тут, кстати, немножко... А, может они в ящике? Кстати, может они в ящике, да. Я тут почитал. Там, в зависимости от сложности, ну, в основном, типа, если играешь сложнее нормальной сложности, то в разных местах всякую... Я поэтому... Поэтому и просил тебя посмотреть это, потому что это, ну, так было уже в одном из резиков, и я предположил, что они в этом резике так решили сделать. Вот, но в нормальном изи, а мы играем на нормальном, все должно быть так, как на карте. Окей. Кассету нахуй. Патроны. Так что, какого года игра? Ты это... Ну, давай посмотрим. Resident Evil 7. 17-го, по-моему, нет? Нет, стой. 19-го. 19-го года. 5 лет ей. Am I right? Проверяю. Семнадцатого года, окей. Я думаю, что я полечусь, потому что я не фул. А где? А, тебя это там мотня, это... Да. Там это, на тебя черная глина, да, напала? Да, да, на меня глина напала, это было отстойно. А вот здесь сохраняюсь. Ты тут все обсосал. А что, куда идем? Вниз, в подвал. Вот сюда. Это интересно где. Ну да, давай. У меня пока просто карты нет. Это хуйня. Может быть, это атик? Ну ты нет. А эта карта у меня пока есть. Мне непонятно, что внизу будет. Зона обработки это. Пытаюсь понять вообще это, блядь, где. А можешь еще раз сделать, пожалуйста? Это подвал, всё, первый всё, этаж. Ебать. Нормально. По-моему. Нам сюда не надо, да? Не-не-не-не. Вот этих вот хуев, которые... Угу. Они, по-моему, бесконечны. Но я не уверен. В смысле, их нельзя убить? Их можно убить, но они будут, ну, типа, появляться потом еще. Типа, ты будешь проходить условно через эти места, они будут здесь спамиться. По-моему, через них можно пробегать, когда ты его выстреливаешь, он начинает там что-то мошиться и пробегать. Пидорас ты какой! Блядский. Залупа ты конская. Закрой дверь, просто закрой дверь, забей. Он, возможно, не пройдет. Нахуй так. Сукин сын. Son of a bitch. Великолепная дверь. Так, 7-й резик, 7 лет прошло. Лукас, я поймал парня, который все пытался сбежать. Запер его в левой печи для кремации, так что теперь ему не выбраться. Пони Вуф, я читаю чат. Просто надо иногда смотреть, что Андрюшка находит, а иногда читать чатик. Ну да, много разных штук. Небольшим лагом. Вытащи его, как будет готов. Ты ведь знаешь, как там открывается дверь, верно? Просто запомни, 3А и отпечаток руки. А с девкой делай, что хочешь. 3А и отпечаток руки. Сильный эпоксид. Опа, можно комбинировать с другими предметами, чтобы изменить их свойства. Крепче обычного эпоксида.
сильная аптечка или улучшенные пистолетные патроны. Лишним порохом для увеличения урона. У меня есть... А, то есть я могу создать. Вот это не могу создать. А, это, да, это могу создать, потому что у меня травы с собой нет. Окей. А, патроны пока не буду трогать. Думаю, что нет смысла создавать пока сильные патроны. Я нашел порох. Тамара здесь была. Была Тамара. Напоминает что-нибудь? Да. А... И не открыть, да? А можешь нажать еще раз, она просто закрыта? Вы так... Еще странно, что не открыть. Такая вот... То есть нужен ключ только какой-то? Не знаю, просто, просто написано заперто. Просто. Нету Ры. Никаких... Ничего, вот, кроме надписи «Заперто» мне не предлагается. Ну, ладненько. Ладненько, тогда пойдем отсюда. И даже никак это не отмечено. Да. Yeah. Ну, у меня это отмечено. Ну, в смысле, у меня просто отмечено, что какое-то событие, что-то там, что-то где-то, что-то оно должно быть. Воркшоп, окей. Воркшоп, ага. Ой, не нравится мне вся эта хуйня. Ой, не нравится. Так, ну просто чекаю. И ну, сейчас что-то... Ничего. Может, в комнату пока пойдем? Пойдем. Не, давай, давай, иди, иди, иди. Ну, наверное, ты бы пошел... Нет, нет, зачем? Зачем туда? Иди в ту комнату, в другую. Или куда ты хочешь? Я вот здесь хочу пока прошерстить. Здесь просто много всего. Как будто, а здесь поменьше. Ты думаешь, тут меньше? Ну ладно, погнали, хуй с ним. Там везде дохуя, давай, Андрюх, там везде дохуя. А что ты взял? А что так? Бокситку взял. О, присел. Сел. Сука. У него бы еще, знаешь, такой музон бы сюда, типа «Oh, my baby, oh, my baby». Это джаз какой-нибудь. Так, этот ваш гайд только кайф обламывает. Зачем он нужен? Считаешь, это важнее чата? Это кто? Это Стасон? Кони Вуф, я не помню. Стасон. По-моему, это Стасон. По-моему, Кони Вуф, это Стасон. Гайд это как... вишенка на торте к игре. Да. Да. Блин, надо было психостимуляторы скинуть, кстати, в ящик. Что-то я не подумал. А важнее ли он чата? Слушай, да и жизнь даже не важнее чата. Так, подожди, а куда ты... Блин, ты будешь не успевай нихуя за всем этим дерьмом следить. В общем, вот... Угу. Вот тут вот, в этой комнате, есть патроны. Ты их нашел? Да. И эпоксид. Тогда ты... Да, ты все нашел. Ты молодец. Ага! Не дает тебе открыть. Он обкакался, он, по-моему, это испарился. Видел, он внизу такой. Да. Все это ему надоело. Так, вот в этой комнате куда... Подожди, а вот в этом закуточечке ты нашел траву? Вот в этом закутке, где ты сейчас, там трава. Прости, Димаш, мне не дай этого сейчас. Не, ну... Не зарядись, пожалуйста. Какого хуя?
Я услышал патрон, я услышал выстрел. Эта дверь закрылась, по-моему. Брэд, у меня стрим. А ты можешь вернуться в уголочек? Нет, не могу. Жизнь не важнее чата, а вопросы скипаешь. А потому что я плюю на жизнь. Бля, да что за хуйня? Вы вообще планируете? Планируете вообще умирать? Ёбаный ваш стыд нахуй. И какое-то представление о смерти присутствует вообще, блять, в ваших ёбаных головах. Пидорас, вот такой нахуй. Сдохни, блять, пидорас. Ублюдок, мать твою, а ну иди сюда. Спасибо. Добейте врага ножом. Ачивочку получил. Приятно, приятно. Все, давайте больше не будем появляться здесь, потрое. Пидорасы. Блять. Я все-таки еще раз про траву напомню. Вот здесь вот. Или нет. Вот тут вот. Вот тут вот. Может, ты взял? Ну, взял. Помечу, что взял. Гильзы для дробовика. Для дробовика взял. Так, мы в зоне обработки. Угу. Там пообрабатывает, конечно, уже. Сакай клининг. Так, дверка. Сильный эпоксид еще. Может пиздатых патронов сделать? Потому что какие-то они нихуя не умирающие. Они. Смотри, ты, по-моему, насколько я. Ты прежде чем делать патрон, давайте расскажу. По-моему, вот если ты, значит, их хуячишь, и они такие пропадают. Вроде бы они восстанавливают жизнь и появляются еще раз. Это первое, по-моему, то, что было. Второе. Они, я еще раз говорю, они, по-моему, спамятся бесконечно, раз в какой-то период. Это второе. Зная первое и второе, знаю, что здесь есть боссы. Вот. Ага, закрыто. Располагаю все информации просто. Закрыто. Просто, а где закрыто? А, можно так? А где закрыто? Здесь закрыто. Здесь закрыто. Ага, все, да, нормально. Я в целом мог сюда не идти, не тратить кучу патронов на них. Потому что я все равно потом сюда приду, они все равно появятся, и в них надо будет пробегать. Никогда не знаешь, когда играешь первый раз, куда надо идти, куда не надо. Я загружусь. Нет, это не... Я потратил 56 патронов на это, чувак. Нет, я загружусь. Это было там... бессмысленно. Это, блядь, был. Это был забег ради травушки, чтобы потом туда снова прийти и убежать просто от них. А еще я, наверное, сначала все-таки схожу сюда. Потому что в прошлый раз я этого не сделал. Так, просто чекну. Дверь закрыта, закрыта, все, кайф. Валю. Так, ты спустился в подвал, ты тут ничего не брал, я все отменяю твои то, что ты брал. Просто я отмечаю то, что ты брал, а я отмечаю это просто крестиками на карте в пейнте. Ну, не убирай, зачем? Я сейчас просто по ним же пройдусь и... Как фамилия у Вари? Что? Как фамилия у Вари? Как фамилия у Вари? Меня спрашивают, Пони Вуд спрашивает, как фамилия у Вари? Ну, не как, а какая? С какой целью интересуешься? Это Стасон? Если это Стасон, я отвечу. Если это не Стасон, я не помню, Стасон это или нет. Я не знаю, я тоже не помню, а я тоже не помню. Но, как минимум, пишет про Варю. Вот это надо снова почитать. Вот это все так просто пооткрываем.
раскрывать не буду, конечно же. Нашел эпоксидку и порох. Эпоксидку, да. Порох, нюб. Порох, 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 порох. Да, все взял. Угу. Здесь закрыто. Топаем next. Туда мы не идем. Туда можно зайти, чтобы сделать вот так, смотри. Я помню, что здесь... Вот тут раз. А что ты взял? Эпоксидку и пистолетные патроны. И сваливаю. Все, пусть там пацаны чалят. Чилят. Нет, я не сталкивал. А кто это? А кто ты? Назови себя. Show yourself! What are you? А, это вот шорткат. Шорткат, шорткат, ведь шорткатов. Так, Димас, вот тут вот что-то взял. Траву взял еще здесь. Так, а можно еще раз где ты? Я нахуй запутался. Вот так, ты вот взял. Траву взял. А, да, там есть трава. А что ты еще взял там? Что ты еще взял? Там есть монетка и патроны. Вот монетку не брал. Монетку не брал. Как здесь взять монетку? Возможно, она не нужна. Что это вот? Карта зоны обработки. Ебать. Да. Я чувствую, что вот здесь босс будет. Ничего не могу сказать, не помню. В общем, там монетка. Ты не взял монетку, точно, ты уверен? Да, уверен. На 1000%. Она левее, она левее чуть-чуть. Она на левой стене. Ага, ага. А, блин, спрятана прям. Так, надо что-то с местом решить. Ахилку сделать. Полечись. Не-не, а, ну либо полечусь сейчас. Я полечусь, да. Можно до сейф-рума дотопать вообще, тут шорткат есть. Там скинуть просто что-то. Здесь недалеко, да, вот. Здесь типа наверх и направо. Я Андрюша. Пони Гук написал, нет, я не Стасон, я Андрюша. А у тебя как фамилия, Андрюша? Я по фамилиям людей обычно помню. Скину порох, он пока не пригодился мне почти ни разу. Таблы тоже скину, траву оставлю, патроны скинь еще оставлю. Патроны. Вот, нет, 4 патрона скинь, нахуя они тебе? Я бы монет скинул. Вообще как-то я не знаю, зачем тебе эта монета. Мне кажется, она вообще никуда не дает. Уж лучше что-нибудь с собой таскать лишнего. Ладно. Может, это сильный тоже скинешь? Или ты в процессе будешь делать патроны? Я не знаю, может, в какой-то момент мне встретится босс. Хотя, ну да, справедливо. А, да и траву тоже скину. У меня в целом 3 хилки есть, все остальное найду. Все остальное найду. Может, это... конечно. Понятно, да, говорят, да, 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 точно, 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 ты абсолютно Еремин. Правый. Андрюша Еремин. Я таких не помню. А Андрей все равно не смог определить. Иду в контакт, иду в контакт. Я помню Сашу Еременко из университета, а Андрея Еремина не помню. У Вари пиздатая фамилия, нравится мне ее фамилия. Я бы поменял ее, конечно, на свою, но в целом кайфую. Тонкий намек. Вот так отвечу. Так ты прочекал контакт с плота? Нет. Да. Ну, вот и все. Вот и поговорили. Вот и сказочки конец, а кто слушал, молодец. А чё мы? Чё мы? Да, из котельной потом можно будет
пройти. Если что, тут еще пообсасывай. Вот тут вот еще пообсасывать. Вот тут, в этом углу. В этой комнате я еще пообсасываю. Да. Ключ со скорпионом появился в нашей жизни. Это дед идет, да? Не могу знать. Ценная фотография. Тут спрятано что-то интересное. Надеюсь, сможешь. Ага, секретка. Так, это камин. Это камин. Какой-то камин. Ну, это, наверное, тот камин, который мы знаем. Помнишь, там? Отмычка. Мы тут несколько каминов, кстати, находили. Нет, травы. Нет. Эпоксид. Не зря вообще все выложил. Пригодилось место. Это еще ниже. А, все ли я здесь собрал? Ты все собрал. А, ты все собрал, отлично. А сколько ей лет, спрашивает по нему? 29. Не 27. Потому что есть у меня почему-то предположение... Патроны для дробовика. Есть почему-то предположение, что Кони Вул думает, что это другая Варя. Так, а что ты нашел? Ты таблеточки нашел? Таблеточки, а вот да, нашел. Кое-что не... Слушай внимательно. Ага. Он где-то... Вот он. Сядь. Красавчик. Режущая атака, колющая атака. По идее, колющая атака больше урона должна нанести. Надо смотреть. Так, 27 или 29? Не 27, 29. А к чему все эти вопросы? Ты думаешь, ты пытаешься угадать, что за Варя? Кто это Варя? Знаком ли ты с этой Варей? Блядская хуйня, я вот не ожидал, что я здесь увидел, братан. Тиранул? Да. Тиранельчик сделал? Тиранельчик сделал, да. Легкий такой. Легкий подсерунчик. Ну теперь туда вот можно идти. Вот теперь можно идти. Ты уверен? Там же все равно закрыто. Где там закрыто? Ну. Тут, по-моему, было же закрыто. Ты почему орал-то? Ты помнишь, почему ты орал? Там ключ скорпиона, который я нашел, нет? Не помню. Я не знаю, какой там. У меня не отмечено здесь. Ну, пизду. Я не помню, в смысле, что там. Ну, прочекай. Все равно. Ну да, похоже. Голос. ФЗ ОК. А что за Варя, ты думаешь, это? Чё я косой такой? Нет, по ним очень тяжело попадать. Это ебаный... Ну, как он шапнул туда? Эта игра сделана так, что у них ебаные бошки, как маятники. И прям тяжело попадать по ним. Я помню, когда я играл... А, чувак, я же тебе не сказал самое важное. Я играл эту игру на PlayStation. Так получилось. Не то, чтобы я очень сильно хотел, но так получилось. Да, братан, я в тот раз взял здесь траву. Угу. Я в тот раз взял здесь траву. Так, здесь их трое. Там... Был бы дробовик или гранат. Вот здесь стоит штука, вот здесь стоит штука. Двое появляются здесь, один появляется здесь. Нету. Все еще нету? Так. Все еще нету. Чтобы взял? Ухожу, ладно. Да, взял патроны для дробовика. Взял патроны для дробовика, оставил там гильзы. Для другой эти. Ты эпоксидку сильную оставил. А патроны для дробовика взял. Все. Вот. Нам нужен, я так понял, обычный ключ. Не скорпионный ключ. Да, не скорпионный и не отмычка. А вроде бы. Тебе как-то отметилось на карте? Да. Ага. Просто ключ.
просто ключ. Ну, где-то потом найду ключ. Да, где-то потом найду ключ. Что, куда? Помещение для кремации. У тебя, а. Варвара, что, Вагина? Наверное, нет, Вагина. Точно нет. А ты хочешь стать Андреем Вагиным, либо Вагинным. Я вот тут не могу, тут нет, к сожалению, ударения. Либо Вагиным. Блин, Андрей Вагинной. Тут я как бы... Чё, за прикол? Ладно. Чё-то у меня просто на секунд три подвисло всё. Так, чё мы делаем? Я бы сделал... Да, в ценную фотографию можно скинуть. Я пойду Лизу разбужу пока. Давай, таблы можно скинуть. Открывай скорпионку. Вот, и запоминай всё, что ты берёшь. Я накопил. Давай. Я... Есть эпоксидка. Патроны есть, хилки. Ну, хилку... Хилку одну можно сделать. Тут все, тут у меня все так вот, да, объединить. Не отличается прочностью. Та-та-та. Такс. Ключ со скорпионом. Это значит, что мы можем отсюда уходить. А, мы вернемся в ту часть дома, где ходит дед. А. Ну, окей. Андрюшка? Йоу. Чё, сомнительно, но окей? Да, я открыл так. Дверь со скорпионом. Там пишут, Андрей вагинальный или оральный. Чтение чата закончено. Можно заканчивать просмотр. Всем спасибо, все свободны. Смешно. Да. Сука. Так, а чё, куда открыл? Куда ты открыл? Чё-то ты открыл куда-то. Вот эту дверь открыл. Это на первом этаже? Да. Надо сейчас будет... Сейчас здесь дед же ходит этот ублюдский теперь. Я вот открыл. Да, подожди, я не понимаю, где ты. Я не понимаю, где. Можно еще раз? Я на первом этаже. Да, я пытаюсь. А, все, вижу. А там еще, по-моему, одна была дверь со скорпионом разве? Да, на втором этаже. Там, где вот бабушкина комната. Берешь это и пулей. Пуля дура. Ну да, ну. Либо шкеришься. Но дед ходит, да. Бля, я помню, сука. Ненавижу деда. Ты можешь по шагам, в принципе, определить, где да, этот... Да, но их не слышно. Здорово, дед. О, крутой парень, раздобыл пушку. А стрелять ты умеешь? Отъебись, блядь! Пидорас. Ебать, у него это... штука. Че, ты можешь забежать куда тебе надо и там зашкериться. Давай. Закрой! Видимо, эту дверь он не закрывает. Хотя, может, его уже не ебать, раз что там, знаешь... Да, конечно. Ой, блядь. Конечно, естественно. А, так вот. Да. Понятно. Ну, ты ничего, просто человек. Логично. Зачем закрывать дверь туда, куда нельзя закрывать дверь, я понял. Бессмертный Джек обычно уже лучше, чем... Ну, справедливости ради, он бы тебя все равно бы увидел, когда ты закрывал дверь. То есть тут надо... ну, в общем, он тебя...
Он еще и бегает, типа, быстрее меня. Это прям вообще кайф. Он бегает быстро, да. А, вот тут аниматор уже прийти. Окей. Что могу посоветовать? По-моему, он там уже находится в этой комнате. Вроде бы он уже находится в этой комнате, в которую тебе надо. Соответственно, ты тихонько открываешь, тихонько ползешь. В какой-то момент, по-моему, он уйдет оттуда. Го чекать. Сделаем чик-ди-чек-чек. Не буду дверь закрывать. Все, я тебя вроде не увидел. Вроде нет. Пригнись. Все. А, закрывалось, значит. Все, да, все норм. Дорогая миссис Бейкер, как вы себя чувствуете? Вы уже давно не приходили к нам на обследование. Спешу сообщить, что мы изучили ваши рентгеновские снимки. Темные места в области головы – это какие-то грибковые образования. Похоже, это какой-то вид плесени. Галлюцинации и посторонние звуки, которые вы слышите, могут быть вызваны этими образованиями. Если симптомы вызваны грибковым паразитом, следует его удалить, пока не поздно. Не хочу вас пугать, но меня серьезно беспокоит ваше здоровье. Не медлите, приходите в больницу сразу, как прочтете это письмо. Настоятельно рекомендую вам пройти дополнительное обследование. Кроуфорд Лэнг, больница Далви. Помню. Так вот, это, по-моему, то ли бабка, то ли жена. Да, это которая на каталке, по-моему. Угу. Ну, если это, по-моему, это же комната бабки. Да. Значит, это бабка, да. Я думаю, это бабка. Ничего. А, ну, здесь вот это. На всякий случай, чекай, там этот бомж ходит, он может тебя увидеть, пиздом. Гильзы для дробовика взял, Дим. Взял гильзы для дробовика. Хорошо. Эпоксид взял, Дим. Эпоксидчику взял. Пистолетные патроны взял. Взял. Как же я устал гонять этих говнюков по двору. Ты как не, меня не увидел? Не ссы, не увидел. Не увидел, пригнись. Увидел. Ладно, не ожидал. Да блядский ты пидор. Пидормёт ты, обоссанный. Сука старая, гондоний глаз. Сдохни, блядский уёбок. Да хуй пососи, пидорас. Там, по-моему, дробовик был. Я пытаюсь как-то забежать туда, так чтобы пизды не получить. Есть патрон для дробовика? Есть. Бери дробовик и ему... Он сломанный. Это надо, чтобы взять нормальный. Да. Блин, мне звонят, подожди. Да? Алло. Я есть что, Андрюх, ты там умер, нет? Нет. Возьми это ёбаное говно, возьми это ёбаное говно. Спасибо. В принципе, ты от него убежал, можно его и не убивать. Тебе нужно сначала взять, у тебя должно место для того, чтобы взять, а потом поставить. Да. Я не могу использовать. Мне в целом я, что я могу. Можешь выстрелить один раз, да. Хотя... Ровно так и собирался сделать. Ох, дед ебаный. Да, дед ебаный. На малой дальности. Дед ебаный, это правда. Так. Комнату мы обследовали. Дробаш мы получили. Нет, не обследовал комнату. Бабушкину комнату не обследовал, это не все было. Ну, да? Смотри, что там было? Там были, значит, какая-то старая записка.
топливо для огнемета, патроны для... Топливо для огнемета. Я две записки я нашел. А, ну да, две записки там было. Там было топливо для огнемета и масло для огнемета. Угу. Угу. Может быть, туда вообще можно будет вернуться. Естественно. Если что, у меня помечено, что ничего не помечено. А куда теперь? Это вот хороший вопрос. Ты что-то должен был взять. Ты что-то взял? Ты взял дробовик. Взял дробовик. Какой-нибудь ключ, что-нибудь там. Не, ничего. Может быть, мы можем попасть в какую-то хуйню, где еще нужен скорпион. Там где-то нужен еще скорпион? Я не вижу пока ничего, где нужен был бы скорпион, Димас. Змею вижу. Просто ключ какой-то вижу, змею вижу. Отмычки, кстати, есть несколько мест, где надо отмычками поковыряться. Возможно, слушай, что... у меня три собачьи головы же уже есть, ёпта. Ёпта, у меня же три собачьи головы уже есть. Чё мы, булки-то в нём. Да-да. Сюда. Да, это мы читали. По-моему, да, ближайшая, по-моему, сейф-зона... Вот там, да. Здесь, кстати, можешь отмычку использовать. Базаришь. Базариксон. Давай. Патроны для пистолета там сейчас будут. Гильзы для дробовика. Нормально. Ага. 4 патрона у него максимум. Кайф. Странно только, что они гильзами называются, а не патронами. А можно ли здесь создать патроны для дробовика? Видимо, пока нельзя. Когда можно будет древние монеты использовать? Потом. Сильно потом, да? Не сильно потом. Но не в этой серии. Хотя, я не знаю, что, куда это ведут эти бомбошки. А, слушай, нет, у меня две головы, а не три. Напиздел тебя. А нужно три? Точно нужно три? Ты уверен, что нужно три? Не две. Уверен, что нужно три. Потому что он Цербер. Нет, у меня такое чувство, что там уже одна башка вставлена, либо ни одна башка там не была вставлена. Да, ну давай, возьму две вот эти. Ты можешь ставить бошки там оставить. Да. Эпоксидку ставлю пока. Давай сейчас посмотрим, я думаю, можно закончить. Да, давай. Пиздатый, да, дед, понравился? Меня бесит не сам дед, не то, что его нельзя убить, а типа механика того, что, как все это устроено. Типа, он тебя не видит, как-то он тебя увидел и прибежал к тебе. Кайф. Он, а еще ты забегаешь в комнату, поворачиваешься на дробовик. Типа, в момент твоего забегания в комнату у тебя дробовик подсвечивается, кнопочка Е, что ты можешь его взять. Но ты забегаешь, смотришь на этот блядский дробовик, и он не берется. Очень удобно. Невероятно комфортно. Играть приятно. Нравится. Ну, дед тебя увидел в окошке. Три головы, да. Три головы, да. Где-то проебали голову. Ну, в следующий раз найдем. В принципе, можем на этом закончить. Ну, там, да. Ну, тогда уж госохранимся, раз голову вставили. Нелогично как-то получается. Могу потом посмотреть, где голова. Да просто давай пройдемся по всему, почему уже прошлись нормально. Там будут появляться эти черные хуйни, и ты будешь тратить на них патроны. Это была шутка, да, я знаю, Димас. Все, кайф. В общем и целом мне нравится игра, за исключением вот таких ёбнутых моментов, когда меня начинает она бесить. Ёбаным геймдизайном резика. Но 90% игры мне нравится. Это же хорошо. Если станет легче, ты не всегда будешь бегать от деда. Я уже понимаю это.
Я эту мразоту убью в последних двух минутах игры. Я надеюсь, что мне не напиздели. Нет, я тебе не сказал, что ты последние две минуты. Я тебя тогда спросил, даже если ты убьешь это в последних двух минутах, я не сказал, что это так оно будет. Вот. Ну что, котята, на сегодня все. Мы вместо воскресенья будем стримить в среду, вот, и будем вместо 3 часов стримить 4, потому что сегодня постримили 2. У нас сегодня Fire Cases дела. We need to go. So, bye. Thank you very much. Good day. Просто типа не have a nice day, просто типа good day.